Первый бой по флайткапу. Весовая категория 55 килограммов. Встречайте! Представляет Республику Кыргызстан. Представляет бойцовский клуб «Манас Прайд». Тренер Райкулов Талгат. Встречайте! Сырыков Далет! Приглашаем его оппонента в октагон. Весовая категория 55 килограммов. Представляет Республику Кыргызстан. Бойцовский клуб «Айкуль Манас». Тренируется под руководством Сейслава Руслана. Встречайте! Шугалеву! Умрбе! Итак, дамы и господа, приглашаем вашему вниманию бойцы весовой категории 55 килограмм. Синего возвращается на Кабдане, красного возвращается Гурамову Омирбек. Ну что, бойцы, слушаем команду. Затылок не бить. Пах не бить. Удары в артерию возвращаются. Состояние партнера, удары на рынке возвращаются. И самое главное, уважать себя и своего оппонента. Уважаемые представители команд, по одному секунду скажется. Минус балл, синий угол, минус балл. По одному секунду представители команд. Дорогие представители, вы сколько боевых минут плохо по одному секундату с каждой стороны. По одному секундату с каждой стороны. Итак, дорогие дамы и господа, полевым приемом на руку победу одержал боец синего угла. Сырыков Далет! Всем салам алейкум. Спасибо, что поддерживаете. Хорошая публика, которая будет. Мне больше ничего не нужно. Так, сделай.